сообщает ТАСС, что военных ВСУ вооруженных сил Украины о непоправимом вреде для их здоровья применение нанесет с ураном обедненным боеприпасов, предупредила РФ Минобороны. А вот я бы ни за что об этом военных ВСУ не предупреждал. Впрочем, я и сам, поскольку клипов записи страстишки засели во мне крепко вибрионами, с предупреждениями всем о вреде для них непонимания пословицы, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Постоянно клипы загружаю на мой YouTube-канал. Вот с утра и до вечера, а то и ночами. Потому что делаю, что должен, но пусть будет, что будет. Вот такие вот дела. Вот что меня сближает с нашим Министерством обороны.